В Махачкале полицейские доставили в кировский отдел няню, которая подозревается в краже свыше 200 тысяч рублей. Гражданка рассказала, что для решения своих проблем действительно периодически брала деньги у нанимателей. Однако сумма похищенных средств, по ее словам, не превышает 35 тысяч рублей. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Получилось в связи с тем, что я должна была некому человеку долг отдать 50 тысяч, и она мне дозванивала и говорила, что будет сидеть у меня дома, пока я их не верну. А вы какую сумму изначально брали? Ну, там было частями написано, там на бумаге я забыла, 13, 9 и 11, что ли, вот как-то так. Я взяла их с брюк и с куртки. Вот к этому я отношения не имею. Ни этот блокнот с долларом я не видела, ни эти 100 тысяч, которые он говорит, я не видела, не брала.